Маша. Мы посетили очень хороший лагерь в Минске. Минская школа киноискусства. И нам очень понравилось, конечно, это и друзья, и опыт, и веселье, развлечения. Мне очень понравилось, так как я научилась работать в команде. Мы поставили хороший спектакль. А тебе? Мне тоже. Конечно, питание и все, развлечения, кино, аттракционы, все в порядке вещей. Но, конечно, я хочу сказать спасибо огромное Михаилу Шпилевскому, Юли, Данику и всем тем людям, которые помогали нам двигаться вперед в этом искусстве. А ты что скажешь? Я согласна. И, конечно, бы хотелось больше перерывов. Если больше перерывов будет, тогда спектакля не будет вообще.